Омские дороги не успели отремонтировать в срок, обновить полотно на городских магистралях должны были к 20 сентября. 750 миллионов рублей региону выделили из средств системы «Платон». На эти деньги в Омской области планировали ремонт 38 автомобильных магистралей, но не успели и перенесли завершение работ на конец месяца. 5 городских дорог и 7 областных все еще ремонтируют. Причин срыва сроков несколько. Дожди, нехватка рабочих, а кому-то пришлось перекладывать некачественно уложенный асфальт.